Всем привет! Сегодня произведем смазку актуатора сцепления на Citroen Pluriel. Вы на канале Гарик Продакшн. Поехали! Первым делом мы снимаем корпус воздушного фильтра. Вот здесь хомутик, подголовку на 7, либо отверткой плоской. Так, патрубок снимаем, нажимаем желтенькую, и снимаем вот этот патрубок, просто вытаскиваем его. Все, корпус воздушного фильтра мы сняли. Следующим делом мы снимаем аккумулятор. Так, для этого нам понадобится головка на 8, трещотка, ослабили. Минус. Снимаем плюс. Прикольно, да, как я его сделал? Угу. Снимаем наш аккумулятор. Так, снимаем фишки. Фишки снимаются просто. Вот, вот здесь надавливаем. Оп. И она сама выходит. Вот так. Оп. Обязательно лучше там для себя или сфотографируйте, либо запишите как-то, ну вот, чтобы не забыть, в какой последовательности, чтобы не перепутать потом. Так, вот так отстегиваем, убираем стороночку их. Так, убираем блок. Снимаем теперь площадку. Площадка у нас идет, тут у нас болты под головку на 10. В два штуки. Вот они вот здесь. Покажи вот здесь. Вот. Раз, вот два. Так, нам надо еще снять вот эти фишки. Здесь получается, вот она стопорится. Это пластмассочка. Нам надо ее снять. Отверточка ее просто. Оп. И все. И с этой стороны. И все, убираем. Разъебан, да, куска нету? Где? А вон, вот это? Да. Да, нету куска. Так, отстегиваем здесь фишки. Раз, два, и вот эту отсюда. Так, это у нас как? Вот здесь еще две клипсы снимаем. Раз. И вот еще два. Оп. Так, отстегнули здесь. Теперь здесь у нас еще вот две клипсы. Мы их тоже, оп, отстегиваем. Раз. И два. Так. Двигаем на себя. И аккуратненько надо ее вытащить. Куча всего мешает. Так вот, вот таким образом мы снимаем площадку. Так, сняли мы площадку, и нам надо открутить три торкса. Сейчас я вам покажу. Так, вот сюда посвети. Вот, стоп. Сейчас. Сейчас, сейчас, погоди. Вот. Вот первый идет, вот он. Вот. Это первый. Так, вот здесь вот сейчас. Вот второй. Вот он второй. Вот он. Так, и сейчас третий вам покажу. Вот здесь. Вот сейчас их ослабляем. И спускаемся вниз.
Так, ослабили мы 3 торкса. Торкс идет на 30. Вот у нас вот такая конструкция получилась. Бита головка торкс 30. Маленький удлинитель, длинный удлинитель, отвертка и трещотка. Вот таким способом мы открутили. Теперь спускаемся вниз. Спустились вниз. Вот ослабили мы. Ну, мы пометим эти 3 отверстия, чтобы закрутить потом по этим же отверстиям. Вот маркерок берем просто и по маркеру вот так вот. С этой стороны. Так, и теперь просто в бок вот так вот, оп, сюда сдвигаем. Единственное, сейчас тут у нас фишечка есть. Сейчас мы фишечку сдвигаем. Сняли мы актуаторы коробки передач. Вот эти вот 3 торкса, которые надо было сверху открутить. Вот фишка, которую мы еле сняли, я так скажу. Она очень тяжело снимается. Вот. Ну, мы сначала аккуратненько высунули с пазиков, потом аккуратненько вытащили его с лапки. И потом был доступ к фишке, мы аккуратненько сняли фишку. Так, раскручиваем здесь вот 9 торксов. Вот они, все вот так по периметру идут. Торкс на 20, Т20 идет. Ну, мы уже раскрутили вот они. И снимаем эту крышечку. Так, ну вот нам надо все шарнирные места промазать. Мы взяли литол. Вот видите, он сухой вот здесь прям. Вот здесь пружину будем отводить. Вот этот полумесяц. Вот здесь у нас шарнирный механизм. Так, вот это мы сейчас снимем тоже пыльничек. Так, оп. Вот здесь мы тоже промажем. Там шарнирный механизм. Там шарнирный механизм. Все это мы промажем. Смазываем. Нам надо отвести этот полумесяц в эту сторону. Будем делать вот таким ключом. Можно на 27, но у нас нет ключа, поэтому мы будем делать таким ключом. Все, отвели. Вот наша пружина раздвинулась. Вот видите, шток, вот он черный. Ну и сюда сейчас будем набивать. Ну и взяли вот литол обыкновенный 24, вот им набиваем. Так, все, мы промазали, смазали пружину, мы уже ее полумесяц обратно вернули. Вот здесь шарнирное соединение, здесь тоже мы промазали, здесь промазали все места, редуктор. Так, шток вот этот, там тоже забили все смазкой. И пыльничек, естественно, тоже все забили смазочкой. Ну а теперь это все просто-напросто. Ставим пыльничек, стопорим его колечко, ну и закручиваем нашу крышку. Да, друзья, а почему мы это делаем вообще? Потому что у нас коробка роботизирована, и при переключении передач у нас очень был неприятный скрип. Скрип давал вот этот вот актуатор сцепления. Вот мы его сейчас промазали. Ну и посмотрим, как бы, когда поставим, будет скрипеть или не будет. Так, ставим наш актуатор на место. Так. И сразу вставляем этот. Так, попали. Тут попали. Все попали. Все, теперь его сдвигаем. Вот так. Вроде ровно. Теперь ставим фишку нашу. Все, фишечку мы поставили. Так как у нас все сейчас промазалось, и актуатор у нас теперь ходит. И нам его надо зафиксировать в том положении,
вот в этом положении, но мы его не можем. Поэтому сейчас один будет, Андрюха будет снизу держать актуатор, а я буду сверху его затягивать. Поэтому, как закрутим, мы вернемся. Так, ну все, собираем в обратном порядке. Ставим полку аккумулятора. Так, поставили мы полку аккумулятора. Закрутили, вот на 10. Здесь еще раз повторю. Так, ставим наши фишечки на место. Все поставили. Так, ставим нашу эту защитку. Так, где-то вот так. Поликами сунули. Все. Только сунашу. Все, теперь ставим аккумулятор. Оп. Так. Оп, поставили. Одели, затягиваем сразу. Все держится. Ставим наш корпус воздушного фильтра. Для начала патрубок. Так, головочки на все. Сейчас еще подтянем. Так,
Все, вот этот потребок. Ну, а теперь проверяем. Друзья, ну, как вы слышали, скрип у нас пропал. Мы сделали все правильно. Поэтому не торопитесь отдавать свой автомобиль на ремонт, когда можно сделать самому. Ссылочку на Instagram я оставлю в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Друзья, если вам нравятся ролики, делитесь им в соцсетях, чтобы мы продвигались, чтобы было больше контента. Всем пока! Говори. Да, сна. Да. Так.